один день остался у тех, кто хочет отведать наисвежайших морских деликатесов. Лавки «Рыбак Камчатки» представлены уникальные для нашего Урала морские представители с побережья Дальнего Востока. Сейчас расскажу обо всем поподробнее. На прилавке при оптимальной температуре хранятся балыки горячего и холодного копчения. Рыбу в течение нескольких часов томят в каменных печках. Вся рыба свежая, качественная, а главное – с Камчатки. В отличие от речной рыбы, в морской еще больше витаминов и аминокислот. Полезные жиры, содержащиеся в деликатесах и других морепродуктах, помогают улучшить память на 15%. Также рыбные дни положительно влияют на наше эмоциональное состояние. Мне нравится из-за того, что здесь ассортимент великий, и можно выбрать, и чувствовать, что это готовились они, что эта рыба готова людям. Очень положительно. Мы рыбку больше любим даже, чем мясо. А если с готовкой вы на «ты», то в холодильниках вас ждут свежемороженые стейки, полутуши, спинки и даже рыбные котлеты собственного производства. Скушайте сочный запеченный стейк чавычи или белорыбицы и получите порцию омега-3 и омега-6 кислот и витаминов группы В. Качество продукции отменное. Каждая рыбка запечатана в вакуумную упаковку и подвергнута шоковой заморозке без лишнего льда и снега. Нерка холодного копчения, дикая морская рыбка, красный насыщенный. Такой свет. Любимая рыбка белых медведей. Не забывайте и о красной икре нерки. Внутри много полезных элементов, а качество говорит само за себя. Сокровища Тихого океана можно найти в ДК «Ленина» до субботы 19 августа. Успевайте. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.